Так. А и нельзя ничего. Нельзя ничего трогать-то. Трогать ничего нельзя. Да что ты? Потому что я в нее не играл. Не играл никогда. Может быть, пару раз запускал, но ничего не знаю я об этой игре. Ничего. Ничего не знаю. Соответственно, я что должен делать, если я ничего не знаю? И, судя по вот этим видео-вставочкам, которые показывают. США, я не знаю, что это за игра. Я ее никогда не проходил. Я вообще смотрю на эти все картинки заставочные и все, и не боюсь. Не боюсь. Так. Что-то там чем-то на мне напомнило G.I. Joe, и я аж встрепенулся. Так. Начать это. Заяц Баки со своей командой, Блинки Вилли мертвым глазом и Дженни и сражается против жаб-пиратов. Однажды жабы очень подло напали на корабль бесстрашного героя. А, от одного касания я что-то такое слышал. Они похитили всю команду. Блинки попал на бешеную зеленую планету, на красную... На красную угодил сам мертвый глаз. Вот что. Привет по малым рекам Урала. Привет, Слава. У меня нет Сеги. Вот в чем дело. У меня есть Famicom, настоящая приставка, а Сеги нет. Когда-нибудь я бы хотел поиграть во что-нибудь на настоящей приставке. И Супер Famicom еще рассчитываю, ну, когда-нибудь приобрести. Сегу, да. Если что, Контру Хардкор я проходил роботом. Роботом. Все шесть концовок. У меня есть записи на канале. На сборнике Contra Collection на Nintendo Switch. Вот, я еще играю на Nintendo Switch по малым рекам Урала, но я играю, когда у меня есть монитор второй. А сейчас у меня нет второго монитора, поэтому я вот играю только в Денди. Дженни пытают на синей планете, Билли держат на желтой. В общем, жаба, маршал, ха-ха-ха, Зэт, Баки, я поймал твоих друзей, и ты следующий. Баки спасся от плена каких-то странным чудом, теперь он должен спасти друзей от этих подлых жаб космических пиратов. Вот именно США. Ностальгии, которой не было. Точнее, она была, но очень маленьким количеством. Очень маленьким количеством была ностальгия. И всегда это надо было где-то у кого-то спрашивать, выпрашивать, уламывать, менять сегу на сигареты, уговаривать, искать. В то время же как надо было искать друзей, которые где-то гуляют? Дедуктивным методом? Где они могут гулять, выискивать. Вот. Потом уламывать и Сегу дать поиграть на ночь. Потом ночью сидишь, потом на следующий день спать охота. Ты не наигрался и неудовлетворенный. В общем, вот такая Сега. Хак, а вот на Nintendo 60... И вообще, насчет подписки надо нам сообразить все-таки. Да? Семейный. Ребята, а у кого есть Nintendo Switch, может нам организовать семейку? Адамс из 8 человек. Серега, привет! Елку повесил, даже нарядил. А мне завтра должна подставка под елку прийти, а елка на улице пока стоит. В общем, я когда пробовал эту игру включать один раз, я дошел до этой планеты, и что-то тут все плохо стало. Давайте с нее и начнем.
Отлично. Иван Степанов, привет. Марио, привет, ребят. Отличный план. Так, еще обладин обладатель свеча. Привет. Да, иностранцы меня посещают. Как-то в любое падение в лаву уже смерть сразу же. Меня к такому не готовили. Ах ты какая, зараза, вулканистая. Я чувствую, игра-то не из легких, да? Кошки, елку. Это Баки О'Хара. Привет, Леонид. Не знаю, Иван Степанов. Я думаю, что мы скинемся. Как-нибудь так вот, что-нибудь такое. Там может что-нибудь по сети поиграть будет. Маленькая елка. Я помню, в детстве в Вологде. Там тоже у них на подоконнике стояла на окне маленькая елочка. И потом я увидел, что там есть подарок рядом с елкой. А Дед Мороз догадался подарок к елке привязать. А я маленький схватил эту коробку. Естественно, от радости я дернул. И, естественно, я уронил с подоконника эту елку. В общем, было. Был фейл. Нет. Отличный план. Там всякие игры. 8-битные, 16-битные, сеговские. Nintendo 64. Вот, сменить регион, план такой. Естественно, я, наверное, на себя возьму эти
Риски, судя по всему. Потому что больше всего я хочу. Я так думаю. В общем, я еще точно не определился, но ориентировочно что-то такое витает в воздухе. Витает мысль. Идея витает. Наберем 8 человек в семью. Оформим подписку. А потом вы мне скинетесь как-то так. Да, семейную, Вань. Мы все объединимся в одну семью. Нас будет 8 человек. Ну, Серега, почему ты так о себе плохо думаешь? Если ты прошел, то на, несложное. Слава. Контур 3 напоминает. Какой-то сумасшедший скроллинг экрана, честно говоря. Так. Иван Степанов, нам бы надо... Я вот не помню точно. По-моему, нам уже надо быть в семье, а потом оформлять подписку. Вроде бы так. То есть надо бы набрать вроде бы... Ну, надо уточнить все точно, как это происходит. А, и чудище украло? Ничего себе! Как это так? Что за чудище?
А чтоб тебя? А как тебя? Виктор, елка на улице. Пока еще. Завтра подставка приедет. У меня есть уже даже гирлянда какая-то. Я надеюсь, здесь бесконечные континусы. Да что ты делаешь-то? Какое место странное. Так. Маленького перса? А как? А как это все происходит? Где это? Где это происходит? Где-то можно брать персонажей менять? Я первый раз в эту игру играю. Вот в чем дело. Так, ты чего тут это? Нормально вообще? Так, он у меня вниз и стреляет или что? Ну, конечно, это было очень сомнительный план. 3-4? У меня это еще только первый уровень. Может, мне их надо спасать сначала, прежде чем брать? Пока я еще первым уровнем взял сразу огонек, потому что не мог пока пройти лаву. Так. А как-то заходят через Польшу какие-то вроде бы? Леонид Румянцев, нет, я такую не играл. Игру Джим Пауэр. Отлично! Подогнали?
Привет, Грант. А я тут новую игру для тебя играю. Баки О'Хара. Привет, Ник. К Новому году у меня елка стоит на улице. А завтра должна подставка для нее приехать. Это что так? Новая, новая. Грант, я не играл в нее. В детстве она мне не попадалась. Я чувствую, будет караван из фейерверк смертей. Да, будет. Нет, Слава, мне точно ничего из картриджа не дарили. Это точно. Так. А если бы здесь не бесконечные континусы, что бы я делал? Отлично. Привет, Александр Алмаз. Так. Thank you.
Так, затащено. Здорово, наверное. Ушан зеленый. Тут я огнемет присвоил. Я огнемет присвоил тут. Зацени, а? Тут еще такая штукенция есть, чтобы скакать, как лось. Последний. И по стенам лазать. Типа прикол, а? Гадость какая. Ладно. Я думал, я глупый и по стенам не ползаю. Их всех прокачивать надо, что ли, получается? Ах, вот оно что! Их надо всех прокачать. Ребятулечек-то. Ребятушечек-то. Это магия, это маленькая. Этот-то у меня перефарменный уже, товарищ. Вон сколько у него. Так, нет, мут, я первый раз прохожу эту игру. За 8 часов? Она такая длинная, что ли? А почему она такая длинная? Ай-яй. Вот надо было это сделать, да? Глупый. Привет, Сакуя! Да, игра по зайчика.
Привет, Дмитрий. Слушайте, ребята, у кого в eShop не заходит, вы не покупали ли случайно китайский Nintendo Switch? Вот такой вопрос у меня есть. Слышал, что на них есть проблемы с онлайном. Нет, Саку, я вообще не связан ни с какими событиями, просто я ее не играл, не проходил, вот и все. Для китайской, там они есть гонконгская версия и китайская. Китайская, она, по-моему, без онлайна, если я не ошибаюсь. Вот-вот. Привет, Дмитрий! Хох! Было найдено оружие, используемое жабами для уничтожения камней и льда, а также аппарат типа
Ранец ракетный. Конец рапорта, сэр. Вы... Так, при прохождении Metal Gear, после как вещи назад забрали, не выбросили маячок. Потому вас постоянно охрана обнаруживала. А вот оно что. Но зато я бегал, Дмитрий, прямо как... Рок-звезда. Вот оно что, да? Это Battletoads у нас начались-то, что ли? Так, от камер наблюдения. Так, Дим. Это хорошо. Дмитрий, скажите, а перчатка зачем нужна была? Перчатка. Это чего? Ешься-то? Да чтоб тебе сказать. Привет, Денис. Денис, привет. А, секретные стены? То есть она должна быть просто в инвентаре, Дмитрий. Достаточно, чтобы она там лежала, да? Так получается? Да чтоб тебе. Скользко у них здесь. Спасибо большое. Так, разобрались, значит. А все остальное я вроде бы сделал правильно. А ты чего?
Так, цитату с форума, да? Торопился. Да что ты? А проходят ли без смертей-то? Мне показалось, немножко кривоватая физика. Легкая игра, да? Привет, Дмитрий. А, вот оно как, да? Да, Алексей. Телек тоже кривой, как и я. Так. Так, джойстик тоже кривой. Джойстик кривой, я кривой, телек кривой, все кривое.
Так, это я догадался, Александр Алмаз. Правда, очень долго мне... На свече. Во что-нибудь придумаем, ребят. Диана Аналитик, привет! Так, загрустил я гран... Почему-то не очень... Привет, Мурзик! Что-то я не очень впечатлен игрой, я много о ней слышал. Баки Ахара, что-то как-то... Лучше бы Джей Джо допустил. Так, ну ладно. Александр Гоголев, шедевр это, да? А я первую часть прошел, Иван. G.I. Joe. Вторую вот я не знаю, там... Thank you.
Это и на четвертый раз-то. Непонятно, Леонид. Бьем на ощупь. Бьем примерно по тому, насколько потолок поднимается. Капитан, мы истребим этих из грязи мерзких жаб. Я уничтожу эту падаль. Не успокойся. Отличные монстры. Так их надо прокачивать все-таки. Я пробовал прокачивать команду. У меня не прибавляется ничего. Я прокачивал. Я тоже думал, что надо прокачивать.
Леонид, меня нет ВКонтакте. Back to Retro Paradise. Я ВКонтакте давно уже страничку удалил свою. Я вообще, ребят, такой человек нелюдимый в каких-то общениях, в соцсетях. Вот меня ребята уговорили в Дискорд зайти, я зашел. Thank you.
Нет, Грант, ну какой ВКонтакт? Ну что ты, о чем ты говоришь? Не знаю, что должно случиться, чтобы у меня ВКонтакте появилось. Привет, Александр. На камушках не спеши. Вот я попробовал не спешить, у меня получилось. Это Баки Ахара, Александр. Я в эту игру не играл раньше. Так, ребят. Так. Я обгоняю пули. Может быть. Я подумал, что все знают эту игру. Я много о ней слышал. Баки Ахара то, Баки Ахара сё. И как-то я вот особо не впечатлен, ребят. Извините, если я чьи-то, может, задел чувства насчет симпатии к этой игре, но пока я не вижу особого восторга. Поэтому сижу с кислой миной. Вот, и пытаюсь 1000 раз проходить одно и то же. Эдуардо, привет! Ой, Эдуардо, hello! Так. У меня все эти ребята оказались непрокачанными вообще. Отлично. 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 Я еще могу и об интерфейс, что ли, задеть-то? Или что? Что это было сейчас?
Да она может и ничего, Александр. Это ж мое субъективное мнение. Вроде бы она и неплохая. Вот это сейчас что было? Что это сейчас было? Почему я вот сейчас разбился? А тогда нет. А перед этим не разбивался. Так, голубая планета, да? Я, значит, что-то еще не знаю. Привет, привет. Назад в ретро рай. Подождите, как... В смысле сложные уровни? А это не все еще планеты? Я что включил такое?
Мы в ловушке на главном корабле жаб. Скоро будут промывать нам мозги. Сэр, я готов к бою и жду приказ. Треть игры? Да, кек произошло. Так, ну что ж, очень нравится мой друг на YouTube-канале какой-то.
Так, наверное, хак. Кто же еще? Лазеры? Я тоже подумал про прыжки, что быстрее будет. Привет, Слэм! Наступающим Новым годом! Спасибо большое, тебе тоже всего хорошего.
Эти дурацкие жабы мной управляли. Ох, Слэм, да. Привет, Алекс! Это та игра, в которую я еще не играл раньше. Да уж, а я не знаю, Слэм, скорее всего, я буду дома. Thank you.
Так, у кошки крутая суперка, да? Не, не могу, Алексей.
Так. Хак. Чего? Радуйся. Бросила. Освободился. Тоже нашел, о чем переживать. Ты чего хоть? Привет, Виктор. Или мы здоровались уже? Не, ну игра-то, в принципе-то, хорошая. То, что я туплю, это же не от игры зависит. Так. Нет, Сакуя, у меня же один телефон снимает экран-то, а второй
А второй, он... У меня нет второго. У меня один телефон снимает экран. Он же... интернет. А изображение веб-камера. У меня один телефон. Нет, Грант, из телефона я раздаю интернет по Wi-Fi. И этот же телефон снимает экран телевизора. Экран телевизора. Спасибо, Серега. С наступающим тебя. Вот. А потом мне... уважаемый хак скинул программку, еще я в телефоне включил режим сервисного центра, и в общем я как будто бы налаживаю телефон через компьютер, и там у меня на компьютере выводится изображение вот от того, что видит телефон, и это окошко я уже в ОБС захватываю. Да, уважаемый. Ну что ж. Слэм, давай. Спасибо большое. Так.
Мне Усаку и очень нравится, когда она начинает на стриме что-нибудь настраивать. У нее что-то не получается. Не то, что я радуюсь тому, что у нее не получается, а просто меня радуют такие настройки. Музыка какая-то черепаховская, честно говоря. Я не помню, как она называется, к сожалению. Может, он в Дискорде какую-нибудь ссылочку даст или что-нибудь еще? Ух ты! Наивный. Thank you.
Фу. Эйтан Лопес, Бразил. Ола. Ола. Да уж. Да уж. Грант, я работаю электриком. Электрик по-английски? Электрик, наверное, есть электрик. Какой-нибудь electricity man какой-нибудь. Кто знает. Тут можно только по Мегамену ориентироваться. По боссам из Мегаменов. Что-то я не могу эти штуки пройти. Это тоже какое-то место, то самое, которое плохо проходить, или у меня какие-то проблемы?
Отлично, все, пропустил. Нет, Александр, Алмаз, я думаю, что я не получу суперсилу никакую. Леонид Румянцев. В смысле, как на эмуляторе? Во-первых, у меня Family Computer консоль. Не Денди. Естественно, это на эмуляторе играет, как у меня на консоли. Что вообще за вопросы? Это эмулятор, жалкая подделка моей консоли. Короче, я не знаю, что мне делать с этим всем. Я не могу соображать так быстро. Все, на этом мы остановимся, судя по всему, на этом уровне.
55%! Нет, я не играл в нее, Виктор. Шипы! Ладно. Прекрасный монстр!
Так чего? Не долетаю, что ли? Что случилось-то? Отлично! Какаша стая, фиговина меня съела. Thank you.
Одна ракета, что ли? А что такое-то? Победа! Спасибо за совет! Ребят! Ноги убивают, да, на раз. Сержах, Гарсия, Мартинес, Happy Christmas!
Просто пройти? На стыке? Я догадался, алмаз. Да. Прыгнул.
Да что ты? Так, ребят. Да что ты еще-то выше немножко, чуть-чуть. Да нет, я понимаю, как пройти, я не могу исполнить. Thank you.
Да что ты? Нет, я вижу, вижу. Я все вижу. У Саши уже ярость затмила разум и глаза, все уже слилось в одном большом бомблении.
Нет, какое прохождение-то смотрю? Я пытаюсь понять, как они действуют. Вот еще чего не хватало, прохождение смотреть. Не отвлекайся, Саша, да? Я, ребят, извините, я что-то не могу понять, как действовать мне. Иди отсюда от меня, желтая какашистая фиговина. Чего тебе надо-то, я не понимаю. Что я тебе сделал-то плохого, ну? Что скачешь-то?
Да что не скачина здесь? Это морда. Видите, морда. Морда моя, да? Видите, морда. Морда. Ну, ну. Чего тут? Прыгай! Прыгай! Резиденс, привет! Привет!
Еще не все. Ты кто? Так. Четырёхглазым лучше. А который здесь четырёхглазый-то? Да уж. Как который у меня четырёхглазый-то? Что делать-то надо? А что надо-то? Так. Thank you.
Алекс, ну, я бы не сказал, что она простая. Непонятно, что делать тут. Жабами, что ли? Пушки бончить? Вот этими, что ли? Да чего? Так, ждешь, бьешь пушки роботом, потом заднюю пушку корабля очкариком. Уворачиваешься роботом внизу и все по новой. Что, раз не хочешь карик-то? А теперь у меня не будет столько жизней, да? Континус-то я потратил. Отлично, Саня! Молодец!
Он не стреляет назад! Он не стреляет назад! Как он стреляет назад? Как он стреляет назад? Здесь никто назад не стреляет. А вот! Ладно. Я не знаю, кто из них заяц до сих пор. Сейчас игру пройдем, а кто из них заяц, я так и не узнаю. Понял, заяц это зеленый. Все. Так, Александр, я же не знаю, кто... Я думаю, что я разбираюсь в этих штуках. Кто из них заяц четырехглазый? Какой он заяц-то? У нас что, главный герой заяц, что ли? Что происходит-то вообще? И у меня теперь нет возможности взять деление, да, дополнительное? Отлично! Таня, молодец! А-а-а! Урон! Урон! А, урон! Урон получил опять! А где тут? Куда тут влезть-то, ребят? Влезть-то куда? Куда здесь влезть-то? Петр, привет, Иванов. Пожадничал. Иван Степанов, говорят, последний вроде. Последнее испытание. Бесконечное какое-то, судя по всему. Пожадничал сейчас, пожадничал. Thank you.
А что с ней делать-то? Еще босс потом! А я не могу там влезть-то! Александр, я не могу там влезть, они меня сносят и все! А как там? А как? А как без урона пройти? Должен же быть вариант без урона прохождения, нет? Ай! Ну все, это фейл. А как их избегать-то? А как? 86%. А чем вверх-то стрелять? Вверх-то есть чем стрелять там? Нет же! Придурок! Придурок! Ha 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 ha
А-а-а! Плохо, плохо прохожу, плохо! Зачем этот урон? Телевизор выключится сейчас. Не знаю, Рэмсай Геймс, не знаю. Должен. Да что ты? Гадость!
Ну все. Спасибо, Хак, ребята. Ну что ж. Надо же, а. Надо же. Даже вот не знаю, что и сказать. Хорошая игра. Вроде бы и хорошая. Сначала она мне показалась не очень. Вроде бы показалось не очень сначала. Не знаю, Марио. Завтра мне надо с елкой работать. Спасибо, ребят. Ну, игра, да, интересная, действительно, необычная. Хак, вот здесь ты прав в этом. Менять персонажа мне нравится. Еще бы... Кнопочек бы побольше и менять бы их прямо хоп-хоп-хоп, вот так вот. Вот именно так. Не, неплохо, неплохо. Хорошая игра. Все-таки, в общем, хорошая, да. Интересно, как бы я, что бы я делал без подсказок алмаза? Особенно на этом, на большом корабле летающем. Ха-ха! Слава, ну какой мэппи? Резденс, спасибо большое. Наступающим тебе. Да, кстати, без подсказок я бы, ну я бы, может, когда-нибудь бы догадался, но это было бы... Хак. А как бы помог волшебный? Спасибо, Леонид. Тебя тоже с наступающим. Ребят, заходите в Discord, если есть желание. Ха-ха. Слава, ну я заставлю запись, но это будет запись на канале, естественно, пройденных игр. Да, Иван, ну... Ну давайте мы ее включим, G.I. Joe. Первую часть я проходил, но только в ознакомительных целях, чтобы начать формировать нервные связи в голове. Только из этих соображений. Да я думаю, что-нибудь я еще включу, но он стрим будет, наверное, какой-нибудь такой. Вроде... Как смеяться надо мной. Блин, Паша, ну какой Дискорд? Просто взглянуть коротенько на 40 минут, да? Ой. Канами, кстати, ребят. Канами. Конец. Ну хотя бы в конце игры я узнал, что я играю за кролика. До разрядки телефона.
Ой.